19 апреля президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кертисом Скапаротти. Кертис Скапаротти поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах. Президент Азербайджана выразил признательность за поздравление. В ходе беседы состоялось обсуждение успешного развития сотрудничества НАТО-Азербайджан. Подчеркнув, что в ноябре прошлого года совершил визит в штаб-квартиру НАТО, глава государства отметил, что обмен мнениями, проведенный с генеральным секретарем НАТО в рамках визита, выступление на заседании Североатлантического совета и состоявшееся там обсуждение показали, что сотрудничество между Азербайджаном и НАТО находится на высоком уровне. В свою очередь, верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти выразил удовлетворение сотрудничеством НАТО-Азербайджан, отметил, что наша страна является очень важным партнером для этой организации. Высоко оценив роль Азербайджана в миротворческих организациях в Афганистане, он подчеркнул важность использования транзитных и транспортных возможностей нашей страны для этих операций. Кертис Скапаротти выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за проведение в нашей стране встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Президент Азербайджана высказал надежду на то, что эта встреча послужит делу укрепления международной безопасности.